С началом каникул, а также увеличением дорожного потока в летние месяцы, отделом ГИБДД по Славянскому району будет проведена профилактическая операция «Автокресло детям». С началом лета поток транспорта на дорогах района увеличивается в несколько раз. Несмотря на карантин, который постепенно ослабляется, интенсивное движение в летние месяцы сохранится, уверены сотрудники ГИБДД. С целью профилактики аварий с участием детей с 29 по 31 мая в нашем районе будет проведена социальная кампания «Автокресло детям», в рамках которой будет обращаться особое внимание на безопасность перевозки детей. В ходе рейдовых мероприятий, проводимых сотрудниками Государственной автоинспекции, за 4 месяца было выявлено более 400 нарушений правил перевозки детей в салоне автомобиля. Уважаемые родители, не пренебрегайте и не забывайте о безопасности ваших детей в автомобиле. Помните, что штатные ремни безопасности предназначены для взрослых, а для детей существуют детские удерживающие устройства, которые должны соответствовать росту и весу ребенка. Такое пристальное внимание к безопасности перевозок детей продиктовано печальной статистикой. С начала этого года на территории района произошло 4 ДТП с участием детей. 5 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».